Вот сборки предметов, типа, для каждого героя какой-то свой предмет охуенный есть. А это я навсегда могу его надеть? Есть что-то, что навсегда, а не накатку? Нет, нет, тут все накатку. Пиздец. Есть предметы, которые на героя одеваются, прям, ну, то есть... Мужчина, ёпта, вот как я, мне говорят, ты сосал у бобра. Андрюха, а ты еще в этом, в Таиланде? Да. А ты пробовал заказывать там шлюх, они реально с членами? Или это миф? Да, я приехал, говорю, слушай, Юль, чем займемся здесь вообще? Мне говорят, что тут можно шлюх с членами заказывать, что думаешь? И вот, да. Слушай, ну я вот это, я как-то раз Андрюху у жены спрашивал, если, допустим, я пойду в гей-клуб, и меня выебет какой-то мужик, будет ли это считаться изменой? Она сказала, нет. Так что, в принципе, Андрюх, можно как-то понял. Подумать. Привет. Играем ли саппорт? Я один капомойка. Как вылезти отсюда? Как саппорт, я очень даже хорош. Тащу на рокля. Хорошего стрима. Куда ж ты первый, братанчик? Да, не надо выбираться, братик. Зачем? Рубик ми... А, блядь. В целом все заебок. От того, что ты выберешь, а лучше не станет. Помойка, она везде помойка. Сидя перед океаном, я подумал... А почему я играю в игру на телефон в свои 24? Я что, долбоёб? Я пойду играть лучше в охуенскую игру, да-да-да. Верно. И в игру Мэш. Ой-ой-ой. Ну, бля, там реально графика на телефон. Я не виноват. Ну, бля, разрабы делают офигенно. Там нету хайграундов даже вообще. Там нет динайв. Ну что, дружище, о чем ты вообще говоришь? Какой талент, хардворк? Ты вообще тут? Ты вообще тут, ты только про ранг можешь свою пассу затирать, ау, к чему ты это произносишь? Я играю на роли, на которой я не понимаю, что делать, стою с челом, который не понимает, что делать, и я вообще не игрок в доту. Почему ты считаешь своим долгом в чат пиздеть 24 на 7? Умеешь в харде, так иди покажи скилл. Не зря же проебал несколько лет участь там. Нахуя ты это говоришь вслух сейчас? Ой, он сейчас выйдет мне просто пинать лицо. О, вот так. Круто, тучка кинул, охуенный герой. Бомбовая, бомбовый скилл, тучка. Бутл! Банихопа! Изи, бля! Брудовод. О, я сейчас прыгну и хосаем на нее. Там, давайте. Давайте подеремся. Сейчас, смотрите. Мари. На! Ебать! Дивни. Хорошо! А нахуй ты меня туда кинул, Адам? Брат, я тебя кинул вот здесь, понял? А ты нажал, блядь, блинки и туда улетел, нахуй. Блядь. Сделайте клип этой хуйни по-братски. Пойди, привет, 2-0. Максу. По моему промокоду, ребят, все заливаем. Как вчера, да? У тебя там есть, Антон? Надо было маякнуть хотя бы. Головача обман... Головач залил на нас. Он там что-то рекламил, короче. И говорит, ну на Антоху дам там на 50 рублей сухарики куплю. 1000 рублей проиграл. Головача жалко. Жалко, пацана, и правда. Наебал его. Ну интересно обидно посмотреть было, на такие драфты. Вот это.
Это типа, такие моменты меня, типа, блять, надо ценить. Ну чё ты, дебил? Поебался первый раз, всё? Ну и Ой. Магнус без РП. Ну типа вот так я байчу. Прикиньте, как я в жизни байчу людей. Кирить обратно, планету не повернуть, и все с виду не случайно. И моя судьба, я растворяю свое сердце тебе в чай. Ляжи меня днями, ночами, окутанный тенями печали. Просто помочь в самом начале, днями, ночами, днями, ночами. Люби меня днями, ночами, окутанный тенями печали. Ня-н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 я. Сейчас меня Сларк прыгнет. Котенку жалко, котенку всех жалко мне. Я бэбэк нажимаю, потому что мне похуй, мне похуй. Я героев своих не вижу, нет, стан не успела нажать, мяу. Веришь, что БК мы разъебем? То, что Барселона выиграет БВ кубок. Но вот в этот раз Растян, ну, типа, точно татуху будет ебашить, если проебем. Я предлагаю прям заруинить ему третью. Вот прям первую выиграть и вторую, третью нахуй мы заруинить, пусть бьет. Бля, только, блядь, не клепайте, не кидайте. Ну, чтоб беспалевно было, потому что он мне скажет, ты чё, руинить будешь? И чё, как я буду руинить потом? Он меня ебут в рот от Варды. Хрюм, помоги, Леон! Братик, я тебя отсосу в жизни! А, так всё, я решил сам свои проблемы. БЛЯАА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  3, Поня, привет. Нужен совет. Вчера девчонка одна пригласила заняться анальным сексом. Я пришел, мы выпили. Я уснул. Это кто значит? Ростислав 9. Чего? Да ты пиздишь, Ростислав. Тебя тёлка отстропонила? Поздравляю, брат! Поздравляю! Красавчик, секс точно был, брат! Был, красава, здорово! Как говорится, Барса! To listen! I'm blue, rabudi, rabudai!